15 рублей. Стоит отметить, что минимальная зарплата в то время равнялась приблизительно 20 рублям. Основные покупатели наганов и револьверов – купцы, которые были вынуждены защищать товар от грабителей даже на многолюдных ярмарках. Но приобрести любое огнестрельное оружие мог и крепостной крестьянин, и мещанин, то есть обычный городской житель. Впрочем, если покупка практически никак не ограничивалась, то использование пытались регламентировать. Но лишь в 1906 году ситуация изменилась. Правительство приняло решение привести законодательство. Ваше желание запретить, насколько я поняла, полностью охоту и возможность охотиться, и, соответственно, полный запрет на огнестрельное оружие. Это желание спасти животных или все-таки попытка еще и ограничить граждан России? Ну, на мой взгляд, и часто поднимается вопрос, и обсуждают, что сегодня нужно дать зеленый свет, чтобы все, кто захотели, могли приобрести оружие, и якобы